Здравствуйте, уважаемые люди, уважаемые граждане. Тендер, что такое тендер? Тендер это, давайте я вам обычным языком скажу, как неофициально. Тендер это, например, в одной школе нужен, например, 1000 ручек. Ну да, специально, да, тендеры специально созданы, чтобы это как бы против коррупции. И в школе нужен 1000, и он, ну, школа дает на сайт как бы объявление, что 1000 ручек нужен по такой цене. И вы даете, например, один ручка должен стоить, говорит школа, ну, пишет, что 10 тенге, 10, а нет, ну, 100 тенге, вы предложите 90 тенге, а ваш конкурент на 85 тенге, и вы предлагаете на 80 тенге, ну, как бы. Если вы выиграете, тогда ну, вы уже отправляете, это все как документально, вы отправляете ручку, 1000 ручек этому школу, да. В тендер разных мест участвовать можно, например, если вы находитесь, например, в Москве, и приходит заказ, ну, видите на сайте 1000 ручек, например, школы из Владивостока можно, да-да, везде можно участвовать, да. Так, например, это популярный сайт информбюро, да. Вот здесь, да, государственные закупки всегда вызывали повышенный интерес, да. Кстати, на тендерах можно разбогатеть, можно заработать нормально, поэтому да. И да, поменьше смотрите про тендер в кино, там вас пугает прям, ой, тендер какой, там миллион, если крутится все, вашу башку оторвет, да это все миф. Можно работать, можно зарабатывать, если все, если, конечно, все по закону. Каждый бизнес прекрасно, что контракт заключен в госуслугах, это гарантированно, можно реализовать, да, гарантированно, как я сказал, что если вы выиграете тендер, тогда тот же, например, на дорогу в вашем городе, государство, например, делает как бы тендер на дорогу, кто построит, например, 5 километров дорогу, и там условия есть, там это нужно, это такие рабочие, и если у вас в компании есть рабочие, у вас в компании есть техники, почему бы не участвовать в тендере, если выиграть, это большие деньги будет. Да, тендер это на английском предложение, конкурентные формы, давайте. Ну да, ну я вам коротко объяснил, вы если что, в интернете можете прочитать. Ну короче, я вам так, главное поверхностно рассказал, что... А если хотите вы углубленно, глубже узнать, хотите заниматься, тогда вам нужно больше. Ну, короче, 2-3 месяца вы должны на теоретически там готовить себе, что есть. Если вы хотите тендером, лучше, конечно, купить, да-да, купить обучение, у которой занимались, да, можно, да, смотрите, в каком веке даже. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки,